Артур, вам легче, когда есть с кем поговорить? Моя мама всегда говорила мне: «Улыбайся и сделай счастливое лицо». Она говорила, что у меня есть предназначение — приносить радость и смех в этот мир. Эй, вы что, остановите их! Это только я? Или весь мир сходит с ума? Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by. Что? If you smile to your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. Чё смешного? Урод! Готэм сбился с пути. Какой трус мог поступить так хладнокровно? Тот, что скрывается за маской. Я думал, что моя жизнь — это трагедия. Но теперь я понимаю, что это комедия. Just